Сама вас бомбить враги хотели, но противовоздушный батальон все делал, чтобы враги не пролетели через зенитный огневой заслон. Четвероклассник Артемий Загорулько про Великую Отечественную войну знает из учебников истории, что фашистская Германия нарушила мирный договор и без объявления войны вероломно 22 июня 1941 года напала на Советский Союз. Как Куйбышев стал запасной столицей, как в тылу приближали победу, Артемий рассказал в стихотворении «На Панова на Садовой» в библиотеке на встрече ветеранов и молодежи. Куйбышев, война, память. Для меня это было бы слишком тяжело, потому что много было смертей. Если это посчитать, у нас там где-то 10 миллионов умерло, а США, наши союзники, у них мало там погибло людей. Я бы не хотел в это время жить. Мне бы хотелось в современной России жить. Николаю Михайловичу Чекашеву выбирать не приходилось. Когда началась Великая Отечественная война, он был ровесником Артемия Загорулько. Десятилетнему деревенскому мальчишке пришлось идти работать пастухом, а в 43-м на механический завод в Куйбышев. Я был маленький еще, небольшой, кувалда 8 килограмм, чего бьешь. Там работаешь, знаешь сколько, с утра до вечера. Давали полкило хлеба на сутки. А он вот такой вот кусочек, как глина такой вот. Приду домой, отрежу ломать, съем, а что-то еще хочет. И весь его угомоню, и до другого вечера. Мне и сейчас снится все это. История запасной столицы собрана на выставке в музее «Самара-Космическая». Несколько лет назад сюда попал уникальный дневник воспоминаний времен Великой Отечественной войны. Рабочий завода имени Фрунзе Филипп Разумцев уехал из Москвы, когда в Куйбышев эвакуировали оборонные предприятия. Он в деталях описывает, как они ковали победу за станками, как жили и как отдыхали. Музейные работники сфотографировали не только дневник Разумцева, но и письма с фронта, которые теперь стали экспонатами. Письма к детям и к семье, они совершенно другую окраску имеют, чем письма к отцу или к деду. Здесь очень яркий контраст между такой лакированной и сахарной частью. Ребята, у меня все хорошо, замечательно. А письма к отцу всегда содержат правду, горькую-горькую правду. Выставки, встречи с ветеранами в учебных и культурных заведениях города приурочены к знаменательной дате. 75 лет назад Куйбышев официально получил статус запасной столицы. На Среднюю Волгу приехали все дипломатические миссии, руководство коммунистической партии, правительство, оборонные заводы. Специально для лидера СССР Сталина был построен бункер. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.